Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Mortal Kombat 11 у нас начинается сюжетная линия. Ну что ж, с вами Алекс Плей, надеюсь на ваши лайки и комментарии. Сложность легко, нормально, сложно, очень легко, нормально. Начнем, пожалуй, с нормально. Let's go, продолжаем. Очень сильно, ребятки, надеюсь на лайки и комментарии, это помогает очень круто. И я снимаю очень крутые новиночки на канале Алекс Плей. Фу, я в предвкушении весь. Наконец-таки она вышла. Легендарная игра. Вау. Красная молния, прикольно. Обычно молния синяя, да, такая? Голубая. Красная. Так. Шаукан! А, в конце же он погиб в 10 части, да? Или в 9, или в 10 он погиб в конце. Тебе следует поблагодарить меня, Рейден. Наша битва изменила тебя к лучшему. Ха. Я медленно читаю, поэтому могу не все успевать. Не все диалоги успевать прочитать. Вау. Какой брутальный. А это не Шаукан. Это не Шаукан. Боже мой, что я говорю, простите. Заткнись, щенок. Да, это щенок. Шинок. Как же это брутально, как же это круто. Да хватит издеваться. Ну, у тебя мой амулет. Наконец-то ты принял истину, которую отрицают старшие боги. Истину, за которую я был изгнан. Истина, которую я принимаю, Шинок, в том, что не стоит проявлять милосердие к тебе, кто оскверняет землю царства. Я уничтожу наших врагов, прежде чем они уничтожат нас. Начиная с тебя. Ну как, Рейден, даже ты не способен убить старшего бога. А, сейчас посмотрим. Есть участь хуже смерти. Что ты собираешься делать? Пронзить его? Бедный Шинок. Голова с плеч. Все, Шинок погиб. Все, ребят, Шинока больше нету. Че, реально, в 11 не будет Шинока? В 10 был Шинок. Ага. Он открыл глаза. Он живой, он бессмертный. А, это зомби. Зомби такие же. Я доставлю тебя к Лю Кану и твоим приспешникам из преисподней. Ты послужишь предупреждением. Будешь символом предупреждения. Что не стоит с нами связываться. Мы тут злодеи, а не ты. Да, ну я шучу. Это добрые ребята, наверное. В общем, вау, время. Это время останавливает, да? Блин, простите меня, я просто под впечатлениями постоянно. Вау, какие ножки. Это была не твоя судьба, Шинок. Бог Грома снова нарушил баланс истории. Но знай, друга вселенной подчиняется моей воле. Она его оживит. Это новый персонаж. Как же круто, это просто как фильм какой-то. Она время останавливает. Это всего лишь вопрос времени. Да, это повелительница времени. Вау. Вот это офигеть. Когда вышла 10-я часть, я не был в таком впечатлении, как 11. 11 это легендарно. Все, теперь мое любимое число 11. Ближайший родственник Кэсси Джейд. Такая вот армия. Так, я готов. Я готов. Топ, топ. Фу. А, самолюбимец. Он обожает себя больше, чем всех вообще. Больше, чем жену, больше, чем я не знаю кого. Свою любимую кошку.
В течение 25 лет спецназ был мечом и щитом земного царства. Мы отбили атаки Шаокана и победили Шинака, но ни одна из наших побед не обошлась без потерь. А вот это не черненькая, она новенькая. Недавно командир Джесси Брикс был с честью освобожден от несения службы. Его раны как физические, так и психологические. Мы чтим отца Джессики и его жертву. Джеки, да? Делал то, что делал бы он сам. Я же говорю, я плохо читаю. Сержант Кейдж, шаг вперед. Есть, сэр! Шаг вперед сделала! Простите. Ваши лидерские качества и боевые способности позволяют повысить вас до звания командира. Но здесь нет никаких семейных поблажек. По традиции спецназ. Мне нужно надрать задницу командиру, мэм. Вашу задницу? О, да, сейчас будем драться. Посмотрим, на что ты способна. Да. Тут весь сюжет в драках, ребят. Тут любят подраться. О, у меня какой-то дрон. У меня сзади какой-то дрон. Нифига себе. Ну давай. Я сейчас надеру тебе задницу. А, у меня есть пистолет. Как тебе? Сложность средняя. Сложность средняя. Довольно-таки, ребятки, сложность. Смотрите, какая. Так, я постараюсь фаталити делать, если получится. И вот тут вообще можно делать фаталити? Так, ну-ка. А, тут приемы. А, только приемы, да? С двух рук. Вперед-назад. Понятно. А, ну это пистолет. Дрон. Ух ты, нифига себе. Почему она вниз-то стреляет? А, как тебе так? Отлично. Джесси Кейдж. А, подожди, так это дочь Джесси Кейджа или жена? Нет, это, наверное, дочь. Иди сюда. Попалась. О, прикольно. Ух ты, нифига себе. Это только начало. Будет много чего интересного. Так, давайте посмотрим, что у нее еще есть. Назад вперед треугольник, назад вперед X. И также назад вниз X. Ну-ка. А, вот, прикольно, Ну у нее же нету яиц. Если бы это был мужчина, было бы очень больно. А так в живот получается. Подожди, назад вперед. А, можно вот так? Можно вот так. Да все, хватит, харе. 1-1. Ладно, готовься к своей гибели. Так, да? А как тебе так, а? Из пистолета. Нравится? Получай, тварь, получай, скотина! Блин, я просто кайфую, ребят. Я играю и просто кайфую от этой игры. Это офигительно. Особенно сюжетка. Я обожаю все части серии Mortal Kombat. Мои самые любимые 9, 10 и вот сейчас 11, конечно же. Ну, я не знаю, я не играл 8-ю. Командир Кейдж ждет ваших приказаний. Симпатичная. Милашка. Мои поздравления, командир. Иди обними папочку. Я тебя люблю. Я тебя тоже, папочка, люблю. Я тебя сильнее люблю. Так, ну же, папа, пойдем. У тебя своя служба, командир, у меня своя. Играть главную роль в очередном продолжении фильма. Это необходимо, чтобы обеспечить этот образ жизни, в котором я живу. Да, это его, это дочка. По-любому, это дочка ее. Да. Генерал Блейд. Что случилось? Преисподня. Мы должны начать переговоры. Возможно, этому есть объяснение. Лю Кан и Китана должны нам помочь. Они безвозвратно поражены скверной Шиннока. Это больше не те защитники земного царства, что мы знали когда-то. Мы должны нанести удар. Это лишь вопрос времени, когда нам придется сразиться с ними. Какова основная цель? Глубоко под землей Лю Кана и Китана расположены храм Шиннока, где сосредоточена их сила. Уничтожьте его, и их армию нежить падет, чтобы предотвратить угрозу земного царства.
Разве силы не слабее? Не слабеют? Да, это так, но чтобы отвлечь армию нежити, мне их хватит. Это даст нам достаточно времени, чтобы проникнуть в храм и уничтожить его изнутри. Если нам там будет все хорошо, в общем. Мы все должны быть готовы к чему-то, чем-то пожертвовать. О, я не люблю жертвовать. Знаешь, вот еще 2 года, как ты слишком мрачно преобразился. Бубнишь о каких-то там целях. Я назвал потерю. Мы не готовы к очередной войне. Мы должны нанести удар по армии преисподней до того, как Люкан приведет свою. Подожди, так Люкан против нас, да? Люкан тоже был классный. Люкан вообще во всех частях был. Интересно, какой тут вы Люкан? Я им не играл еще. Вау. Да ну нахер как... Офигеть, бог ты мой. Армия. Давайте сделаем серии небольшие, но и будут они часто. По 30 минут, допустим, примерно. 30-40 минут, вот так. Мы на позиции, надеюсь, мы справимся. Я, ребятки, до конца просто не успеваю иногда читать, потому что я медленно читаю. О, what the fuck? Отпустите или познайте гнев защитника земного царства. Хера себе. Хера себе. О, бог ты мой, как их много. Просто мурашин, как будто бы в муравейник залез. О, бог ты мой. Нифига себе, он сильный. Так, а это... Вот он, Люкан, он злодей теперь. Но я по косичке узнал, поэтому... Не по повязке, да, вот он, Люкан. О, боже мой. И Китана, да? Охренеть, это уже Диабло какой-то. Да, тут автоматик не поможет, я думаю. Сейчас драка будет, по-любому. С кем, интересно, с Люканом? Хера себе, голова с плеч. А можно из автомата просто застрелить и все? И дело с концом. Фу-фу-фу-фу-фу, как же круто. Как же офигительно круто. Стремно тут. Криповенько. Мы в крипте, поэтому тут так крипово. Ворота открыты. Что-то какая-то засада, мне кажется. Может быть, не пойдем? Ладно, пойдем, будем драться. По-любому сейчас будем драться. Сюжетка офигительная, офигительная. Блин, я... Шинок, голова Шинока. Что она делает? Зачем она нужна ей? Хоть бы тело бы пришило. Может, я вот с этим буду драться, с большеголовым? Не, плоскоголовым, да, это плоскоголовый. Вот это симпатичная такая. Да и черненькая тоже ничего. Красивые девушки. Ой-ой-ой, Кабал, как же ты заколебал. Сейчас будем с тобой драться, да? С Кабалом или с кем? А вот это я не помню кто. Если рейдер доберется сюда, уничтожь его. Кабал, да как ты смеешь подчиняться? Ты же крут. Не, Кабал реально крутой боец. Это жертва ожога Кабал. Пусть шрам не обманывает себя. Он очень быстрый. Устрани его, Джейд. Я спущу вниз и установлю С4, понятно. Кабал, да, он быстрый. Вау. Минус 2 глаза. Хера себе, он пули отбивает, он просто пули отбивает. Я говорю, он Кабал крутой. Кабал вообще молодец. Он все свинцовые пульки отбил. Своими двумя мечами.
У него, кстати, вместо меча он может брать эти, как его, ломики. Как в Half-Life. Такие ломики у него есть. Так, устанавливаем все 4. Тут сейчас все рванет. Так, что сейчас драка будет? О, я... Да, я за нее буду играть. Я за нее не играл. Дайте поиграть за нее. О-о-о. Ты точно копия своей матери. А, нет, буду... Кейси Джейс буду играть. Хорошо. А как тебе? Так, ну я, по крайней мере, знаю приемы. Давай по яйцам. Это главный прием. Получай, тварь, получай, получай. А как тебе? Сука. Тварь поганая, иди сюда. Ты говоришь, ты быстрый, ты нихрена не быстрый. Прожги его нахрен. Бам тебе в затылок, да? Нравится? Нравится сволота? Иди сюда. Ба-бам. О, боже мой, он сейчас... О, нифига себе, опять по яйцам. По кокам. Ладно, не буду выражаться. Ох ты, тварина. Ну все, мне хана. Да, блин. Ультой! Промазал. А вот он сейчас попадет, блин. На, тварина. Все, сдохни. У меня палец аж заболел. Чуть не проиграл. Ультой промазал. Ну, будем называть ее ульто. Это вообще рентген? Бам. Нравится? Как тебе, а? По ногам, по рукам. А нос чешется. О, копье! Нихера себе! Охренеть! Не копье, это что такое? Сабля. Блин, какая сабля, боже мой, что я говорю? Коса, да, это коса. Ач, ач, ач. Иди сюда. Ой, попал. Кабал, как же ты меня заколебал, боже мой. Ладно, у меня... А, у меня тоже нету больше ульты. Ладно. А, нет, есть ульта, есть! Все, попал, отлично. Нормально. О, жестко. Минус колено. Минус все органы. Нормально так. Ты проигрываешь. Блин, она симпатичная, реально милаха. Сбежала она. Бегом. Герал, как наши дела? Надо еще 10 минут. Опорные колонны расположены. Нужна помощь? Я потом сам буду пересматривать видео. Еще 10 минут надо. Оу. Ну, теперь мы вляпались. У нас же осталось еще C4. Да, точно, а что? Давай выиграем немного времени. Хера себе их там. Очень много. Боженьки мои. Как же вас много. Этот бедолаг отбивается от них. Охренеть. Все такие смотрят. Император, императрица, воины земного царства захватили костяной храм. Но рейдер... Это всего лишь отвлекающий маневр. Догадался, Люкан догадался. Заряжено. Ложись! О, боже ж ты мой. Что это такое, нахер? Пора взрывать, мне кажется. Что-то как-то страшно. Пробежали. О-о-о, боба! Некоторые выжили. Стреляйте в них, ату их. Что там происходит? Прикрываем вас. Не, ну они долго не смогут отбиваться. Патроны же не бесконечны. Нужно перезаряжаться. У них реально бесконечные патроны. Еще сзади. Фига себе. Умничка какая. Че, она будет драться? Дайте уже подерусь. Хераси. Хераси, она вообще красава.
Вот это эпик, вот это я понимаю. Реально, это просто фильм какой-то. Люкан! Дайте за черненькую поиграть. Почему я за одну играю? Опять я буду Китана. Я не забыла нашу последнюю встречу. Как твой шрам заживает? Кисси Джейс, уже третий раз играем. А, проверим, у тебя есть яйца? Так, есть, да? А, нравится? Ладно. Бум. Как она стреляет из пальца? О, вот это круто сейчас было. Как эту штуку использовать? А, ее надо только в определенный момент можно использовать, я так понимаю, да? Блин, кажется, у них у всех есть коки. Боже мой. Ну или она в живот их бьет? Почему они так загинаются? О, боже мой. Бау-бау. Сдохни. Муа. Красавица. О, боже мой, друг друга ударили. А, как тебе? Ладно. Боже, чё же ураган-то? Попалась. Сканируем. Под зад надо было лучше пнуть. Да блин, ты сдохнешь когда-нибудь? Вот, нормально. Получай! Нормально так. Все. Фаталити тут не будет. Дали награды. Гоу, 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 пошли, пошли, пошли. Сейчас все рухнет. А с Люканом-то я не буду драться. Дайте с Люканом подраться. Люкан, кажется, победил. И как он орёт прикольно. О, бог ты мой, все рушится. Пора сваливать. Генерал, генерал! Чё с ней? У нее какая-то психологическая травма? Она в ловушке, Кассандра Кейдж. Как же пал ты сам? Рейден прав, чтобы щенок с тобой сделал... Боже мой, что я говорю? Так, главное, значит, Кейси Джейс. Я буду чаще за нее, наверное, играть. Нормально. Ох, разозлился-то как. Тварь, получай, получай. О, блин, прикольно. А, хотел косу взять. Да хрен тебе. Да я ничего не могу сделать. Подножку тебе. Че, еще живой? Нормально. Попался? Отлично. Хорошо. Иди сюда. Да сдохни ты уже, умри. Боже мой. А как тебе? Блин, я за Люкана тоже хочу поиграть. Это было больно сейчас. Все, пора, пора, пора. Получай. Рентген. Жестко. Коленные чашечки. Все, ну, нужно добить. Отлично. Лежать. Да пошел ты. Fuck you.
Генерал, вы меня слышите? Генерал, мама, мама. Мамочка. Ты живая? Я здесь, Кейси. Ой, достала же ей. Они мертвы, Кейси. Мне тоже не справиться. Что? Я не брошу тебя здесь. Отведи свой отряд обратно на базу. Это приказ. Твой долг. Печальный момент. Я закончу эту миссию. Я зарву тут все нахрен. Мама, нет, мама, пожалуйста. Мама, выходи. Я не могу тебя потерять. Я люблю тебя, Кейси. Я люблю тебя, Кейси. Печальный момент. Поцелуй от меня отца. Мама, нет, пожалуйста, не надо делать этого. Мама, мама, нет! Да подожди ты, мама! Не надо этого делать. Кажется, поздно. Она запустила детонатор. Отмени его! Аннулирование невозможно. Командир! Командир, надо идти. Командир, идти надо! Сейчас влепят мне. Нам приказано уходить. Вау, это кто еще? Хера себе. Ну сейчас точно пора валить. Патроны уже закончились. Ну неужели? Я думал, когда они закончатся. Ну уже пошли. Их тут просто миллион. Вау. Эпический взрыв. Твоя мать погибла смертью настоящего воина. Пусть... Не могу поверить. Мог бы помолчать. Хорошо, что вы вернулись. Как прошла миссия? Хреново прошла миссия. Нет. Мама погибла. Твоя жена погибла. Не буду портить этот момент. Да, на самом деле очень печально. Без помощи храма мы остались совсем одни. Теперь мы уязвимы. Кто еще? Кто ты? Одна из старших богов Рейдена. Пришла насмехаться над нами? Нет, Китана. Я нечто большее. Вот она главная. Вот она главная, ребятки, в этой... В этом части Mortal Kombat. Она самая главная. И она в конце нам откроется. Никакой не Шао Кан. Нифига себе, она все восстановила. Офигеть. То, что мы взорвали, то, что мы разрушили, она восстановила. Что это за сила? Я Кроника, хранительница времени. Офигеть! Это самое главное, покруче, чем Шао Кан. Нифига себе. Вау. Судьба миров и каждой души, что живет в них, управляет пески времени. Я тщательно работал над их созданием, чтобы держать миры в равновесии. Но совершенство моей работы необратимо испорчено действиями Рейдена. Вы двое прочувствовали эту боль. Что мы можем сделать? Прошлое не вернешь, не так ли?
Это не должно было случиться. Я, наверное, обернуть время вспять и перезапустить историю. Но даже с самой огромной силой я не могу создать эту новую эру в одиночку. Чем будем отличаться эта новая эра? Многим, но самое главное, не будет никакого Рейдена. Она вернет все назад! Офигеть! Офигеть! С чего нам начинать? Блин! Как же круто! Это кто? Хера себе, у него 4 руки! Это не тот Гор или как его зовут? Но он тут какой-то слабенький. 4 руки-то помните был? Ну там-то он вообще здоровый был. Глава 2. Дождь времени. Каталькан. Ну чё, вторую главу, наверное, в следующей серии мы с вами продолжим проходить. Убей меня, Каталькан. Я не посылаю преступников грабить бедных. Шаокан одобрял это, его слово было законом. Сейчас будем драться с ним. Как же это круто. Я хочу просто 100 глав. Реально, было бы просто 100 глав. Это вторая глава. Пускай будет дофига глав, это будет круто. Если разработчики как-то будут продолжать это, как чтобы сериал очень долгий был. Будет круто. А, время. Сейчас сюда спустится. Блин, она милашка такая, веснушка. Хера себе, буря. О, двойник! Это вообще какой-то параллельный мир. Те же самые, только немножко по-другому, да, все? Преображенный. А что с тобой? Ты просто рассыпался в песок. Превратился. Это будущее какое-то или прошлое. Видите, они видят себя. Блин, как же это круто. Просто играешь, как будто бы какой-то офигительный фильм смотришь. В кинотеатр ходить не надо. Вау, обожаю, Эрон Блэк, или как его? А, нет, это Барака. Я, блин, забыл их всех. Это какой-то молодой. Шаокан. Самый мощный. В 10-й части это был главный, да? Да он во всех частях главный. О, все, они вернулись. Хорошенькие. А, не все молодые, смотрите тут. Они все молодые, реально. Это прикольно. Ну, это всегда старый. Хрен. Тут придется драться. Это просто целая арена для драки. Тут, наверное, сейчас все будут... О! Шаокан? Шаокан? Генерал Каталькан? Кан, жалкий дурак.
Ты претендуешь на мой трон? Он мой заслуженно и по праву принадлежит мне. Ты был убит давным-давно, как твое отвратительное порождение Милана. Мы были бы на турнире Mortal Kombat Кун Лао, только из-за Шаука. За эту игру ты затеял, Рейден. Какая магия у тебя? Если это иллюзия, то мы все это наблюдаем. Возможно, столкнулось прошлое и будущее, и настоящее. Прикольно. Я здесь, Каталь. Канталь, блин, что я говорю? Шаокан. Крутой. Шаокан, сейчас будем с Шаоканом драться. Мы будем за Шаокана? Или я против Шаокана? Я думаю, мы будем за Шаокана. Освободи трон, ведь он принадлежит мне. Меч против здоровой кувалды. Готовься к битве, она будет тяжелой. Ну, по-любому драться будем. Вау, колонна. Что нам делать? Я хорошо его знаю. Мы должны помочь ему. И разобраться с прошлым. Оу, так вот ты будешь с Шаоканом драться. Нифига себе такой мощный Люкан оказывается. Хера себе. Ну так нечестно, двое на одного. О, боже мой. Собирай. Мне Барака нравится почему-то. Реально, он крутой. Ну смотрите, как он дерется. Какой безжалостный, коварный. Идет к своей цели. Ты не поймешь, что там, кто будет драться уже. Ты снова погибнешь. Так, ну ладно, ребят, давайте на этом закончим. Мы с вами со второй главы обязательно продолжим. Игра мне понравилась. Я уверен, что тебе она тоже понравилась. Поэтому, если ты сейчас не поставил лайк и написал комментарий, пожалуйста, сделай это. Ну, это очень для меня важно. Будет обязательно больше серий. Увидимся в новой главе.